Из олимпийского Пхенчхана наша землячка Татьяна Акимова замкнула топ-15 в индивидуальной гонке. Воспитанница Чувашской школы биатлона Татьяна Акимова сегодня на Олимпийских играх показала 15-й результат в женской индивидуальной гонке. На 15-километровой дистанции с двумя огневыми рубежами Татьяна Акимова допустила два промаха и проиграла лидеру более 3 минут. Другая представительница России Ульяна Кайшева стала 24-й.